нарушают здесь без вопросов. Прям напротив ворот. Морозко. И тут же выхватывают Пипо Инзаги. Заканчивать сезон, проигрывая дома на Варе. Наверное, никому не хочется ни футбол. Напомню, что Ригони лучший бомбардир. Да, именно в том моменте, когда разворачивалась эта контратака Наварры, Миксес так прилично ударил по ногам Андреа Карачиоло. И Белграда. Очень слабо пока, и не удивлюсь, если его Массимилиано Аллегри поменяет. Так флегматично немного Кассано. Да, именно вместо Антонио Кассано выходит Филиппо Инзаги и тут же баннер. Я, к сожалению, не знаю итальянского языка, перевести не смогу вам. Но вы слышали, как диктор объявил. Филиппо Инзаги. Человек, который сделал для Милана очень многое. Забивал он в финале Лиги Чемпионов, делал дубль. Зейдорф сильно он играет на Филиппо Инзаги. Даже в лучшие свои годы Пипо не отличался. Был хорошие годы, Пипо не отличался феноменальной скной. Подача. Ну вот здесь Филиппо, конечно, должен свои мячи выигрывать. Здесь нет Замбротто. Вот какое уважение поднимают с земли Филиппо Инзаги. И Филиппо Инзаги с медалями. Вот, в общем, все, что мы с вами так любим и ценим в футболе. Именно ради титулов. Все то, что мы видели на протяжении этих 30... Ибрагимович. Борьбу для Пипо Инзаги. Но посмотрите, ничем он себе не помогал, не фолил. Действующий лица Инзаги. Голевой пас. Скорби, наверное, никто не сможет, ни болельщик. Давайте после этого момента. Филиппо! Пользу Милана. Как же он хорош, а? Красавец. Красавец Пипо Инзаги. В свои без малого 40 лет он верен себе. Без малого 40 лет он снова где-то там на грани, и он снова забивает. И выводит Милан в который раз за карьере вперед. Инзаги! Инзаги! Не откажу я себе в таком удовольствии прокричать фамилию этого великого форварда вместе с болельщиками Милана и с Джузеппе Миасса. Забил гол, но посмотрите, как грустно ему. Да, и слезы. Слезы. Пипо Инзаги. Ну и Массимилиано Вилотто, даже он подошел, поздравил. Классический гол для Филиппо Инзаги. Первым касанием принял, вторым пробил. Без... Еще раз посмотрите. И передачу надо отметить Кларенса Зейдорфа. Но это больших два мастера. Сколько они таких мячей надобивали. Сколько Зейдорф таких передач наотдавал. Пола. Зейдорф классно сыграл и снова пас на Филиппо Инзаги. Заревел стадион.
увидел Инзаги, что отклеить. Инзаги, XS. Галиани на ваших экранах, Тиаго Силва. Ой, показалось мне, что задел мяч одного из защитников Наварры. Стрел, ну-ка, нет, нет, не успевает футболистам Милана. Поздравляем мы все Милан с вторым местом. Гатуза, Кларенса Зейдорфа, Филиппо Инзаги, Алессандро Неста. Они, конечно, сделали для Милана многое. Я, наверное, не буду по окончанию встречи много и долго говорить. Чемпионат Италии для Наварра с конца, а Милан в верхней части турнирной таблицы. Поздравляют партнеры виновников торжества. Чуть-чуть мы еще... Ну вот посмотрите, вместе со своим ребенком Инзаги празднует, заботясь о нем так, завязывая шнурки. Да, со слезами на глазах, с улыбкой на лице мы прощаемся с лидерами Милана последних 10 лет. Для вас этот матч отработал Тимур Дагуев. Болейте за итальянский футбол, за Милан, за Ювентус. Да за кого вы бы не болели, главное, смотрите итальянскую серию А. Всем счастливо, пока!